Саш, гора вопросов, не знал, что выбрать, и потому что абсолютно все топовые, абсолютно все горячие, и вот первый из них будет касаться линейных грувов, брейков, вообще госпел драминга. Если можешь, покажи пару каких-нибудь мощных брейков, объясни, как их играешь, и вообще, на чем строится такого рода драминг? Ну, мне кажется, как я понимаю, через свою призму основное это использование нашей ноги, то есть большого барабана, так же самое, как и руки. Те же триольные штуки. Конечно же, важна динамика, насколько вы это играете максимально музыкально, а не просто рубите лес. Понимаешь? Одно из самых хитрых, что играют чувачки, это какие-то неожиданные акценты, которые вырываются не так, как привыкли все слушать. Второй вопрос касается звука. Как выбить вот мощный звук? Ты джемовал с Эриком Муром, и порой его было хуже слышно, чем тебя. То есть ты мог его перекричать, так сказать. И поэтому да, я думаю, что эта камера стояла в той стороне, не было мне лучше слышно. На самом деле у Эрика звук очень жирный. Но одно скажу, что у вот этих ребят черных, их звук связан с их размером задницы, это правда. Тони Ройстер так не звучит мощно, как Эрик Мур и Аарон Спирс, потому что там есть чему звучать вообще, там вот такая рука. Но, тем не менее, как бы вопрос хлесткости. Я играл в прошлом году, мы играли драм-джем такой, после выступления Impact Fuse в Коктебеле на джаз-фестивале, и был Diamond Schmidt. Так, несмотря на его размеры и на его как бы обыкновенную форму, он небольшого роста, худой, он играет нереально громко, очень хлестко. Это момент вашего понимания. Как вы относитесь к этому, что вы хотите, какой звук. Джазовые барабанщики, они наоборот, играют очень мягко. И звук должен быть очень легкий. Высоко натянутый тонус, и должен отскакивать маленький большой барабан. И вообще не прижимать. Я сторонник игры очень такой жесткой, хлесткой. Вот, как я это делаю. Ну, это можно назвать штрих. У вас играет вся рука, все тело. Грубо говоря, удар от плеча. Да, вся рука работает. Не стесняйтесь бить барабаны. Как помните,
кстати, о том, что тарелки тоже имеют свой предел динамический, они не могут быть очень громкими. Нужно уметь правильно в них бить. Они должны красиво звучать, открыто, и ни в коей мере их не накрывать. Саш, вопрос лично от меня, но думаю, ответ на него будет интересен абсолютно всем. Это игра двойного удара на басовом барабане. Как сыграть двойку, чтобы первый удар не проваливался по звучанию, чтобы он был динамически точно таким же, как и второй, настолько же мощным. Mm-hmm. Чтобы он не был, знаешь, как там бывает, ту-дум, ту-дум. Чтобы не вот эта херня была, а чтобы оба удара были одинаковые. Я понял, ребята. Я стараюсь играть... Занимается правой ногой, и левая нога у меня тоже участвует, это очень важно для баланса. Играть как бы в первую долю двойку, тоже показывает Томас Приджин. Основываясь на том, что показывал Чемберс в 92 году. Обращать внимание на звук, на ритм в первую очередь, на штрих, чтобы удары были ровные, идентичные, правильно? Я даже больше сейчас уделяю время не столько просто нарабатыванию там, как бы, контроля, да, мышечной памяти какой-то, сколько интересными вещами в плане чего-то нестандартного. Варианты игры малого барабана, обыгрывания, как с хитом играть мелодию, то же самое барабан. Использую двойную педаль, конечно же. Единственное, что я стараюсь делать с динамикой, чтобы это было интересно слушать с точки зрения музыкальной, не просто... Ну еще занимаюсь такими вещами, как играть... какой-то паттерн и смещать акценты. Что из этого получается? Сыграй немножко помедленнее, чтобы все было понятно. То есть для начала это обыкновенные тролли. Да, еще один популярный вопрос, это игра, быстрая игра на одной бочке, не используя левую ногу, используя только правую ногу, это тройки, двойки, вот особенно тройки. Что делать для того, чтобы были тройные удары ровные? Неплохое упражнение может быть такое, когда мы играем...
полной ногой, я не использую технику, которую играет Стив Гэтт и Джорджо Мэйер, то есть играю вперед. Я думаю, как и многие, так что никаких чудес, мне кажется, нет здесь. И, в принципе, упражнения ты играешь через самое, что руками, ты просто играешь ногами, да? Ну, грубо говоря. Ну да, просто есть момент в занятиях, когда тебе нужно просто сидеть и ловить ощущение, расслаблять ноги и ловить ощущение того... Как у тебя, насколько долго и свободно ты себя чувствуешь, играя в таких темпах уже немедленных, скажем так?